Министр иностранных дел и евроинтеграции Олег Цули направил своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову поздравления с Днем независимости Азербайджана. Он также выразил по этому случаю поддержку нашей страны в вопросе территориальной целостности азербайджанского государства. Глава внешнеполитического ведомства проводит параллель с ситуацией в Приднестровском регионе и подчеркивает, что Молдова лучше всех знает, что такое замороженный конфликт на своей территории. Чиновник отметил необходимость решения этих вопросов мирным путем и выразил уверенность, что благодаря усилиям международного сообщества вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном прекратятся. Ранее глава молдавского государства призвал страны к перемирию, отметив, что и Армения, и Азербайджан являются дружественными государствами для Молдовы.